нас впервые за 2 года сэкономлено в Украине 40% бюджета на закупку. Без дополнительных ресурсов. На 55% больше куплено медикаментов. Отменено рабство в медицине, когда врачи передавали главврачам деньги, главврачи в облздраводело, облздраводело в министерство. Это подтвердят все главы облздраводела и все врачи. Это рабство отменено. У всех есть право реализовывать свою медицинскую специальность в правовом поле честно и открыто. Это все нам, как пациентам, давало надежду. И мы, как пациенты, очень цивилизованно хотим стать свидетелями реформы здравоохранения не только и большое количество людей. Но вот только на вот это мероприятие у нас зарегистрировалось больше 12 тысяч людей. Мы всем написали, чтобы не приходило такое количество. Это будет просто какой-то суд. Мы просто хотим сказать, что это не судят Ульян. Судят каждого человека, который ходит в больницу. Каждого человека, который лежал и платил в больнице. Каждого человека, который потерял сумму. Первое, она внесла закон о реформе здравоохранения. Его проголосовали, и она уже год реализуется в Украине. Очень простые вещи. 25 миллионов человек в Украине стали частью этой реформы, подписали контракт с ЗАО. 24 тысячи врачей сегодня подписали контракт с Министерством здравоохранения и оказывают нам услуги. Их заработная плата не ниже 17 тысяч. Это космос для человека, который живет в ПВТ, либо в небольшом городе. Просто космос. И мы точно понимаем, что у нас есть гарантированное обслуживание, оно видоизменяется. Она внедрила систему международной закупки, которая экономит Украине 40% ресурсов и дает возможность на 55% больше покупать медикаментов и обеспечивать людей. Она внедряет в этом тотальный электронный документооборот. И это будет говорить о том, что в системе здравоохранения все данные открыты, лекарства открыты, все больницы открыты, и система будет работать на человека. И этого боятся больше всего. Этот халат является простым символом того, что мы делаем. Мы за это все в больнице платим. За бахилы, за шапочки, за еду, за все. Вот сейчас это отменено. И я не хочу, чтобы даже такого элементарного права меня лишили. Это элементарное право. И я оплатил право получать нормальную услугу в Украине. И я не хочу, чтобы ее опять украли. Хочу наголосить на том, что пані Супрун має повну підтримку президента України. Я